Ребят, всем привет, с вами снова Капитан World of Games. И сегодня решил сделать необычное видео, это спонтанное, ребята, видео, потому что я хотел зайти в Epic Games, у меня это не получилось, и мне пришлось сменять пароль. То есть я просто забыл его, и тут я столкнулся с такой проблемой, это ввода капчи, то есть верификацию проходить. Дело в том, что здесь специфическая этот, короче, капча, которую надо просто норовиться, чтобы ее сделать качественно. Сейчас мы с вами, ребята, вместе попробуем рассмотреть это. Здесь надо, ребят, делать быстро это все дело. Думаю, кто-то уже столкнулся с такой копчой. И делать, главное, правильно, в правильном направлении. Желательно не делать это за 3-5 секунд и не жать сразу на две стрелки, ребят. Потому что, я так понимаю, воспринимать это как, ну, как ошибку, ребят. Сейчас попробуем мы с первого раза сделать. То есть мы, понимаете смысл. Тут таков, что видите, какое направление, и надо правильно направлять. То есть надо правильно направлять, еще успевать это делать за 3-5 секунд, ребят. Потому что если вы это сделаете, какую-то из них неправильную, ну, неправильно, то есть компьютер вам просто программу не допустит, то есть не отправит, короче, запрос на пароль. Сейчас мы с вами попробуем вместе это сделать, то есть, чтобы вы понимали, как это делается быстро. Потому что я думаю, что не у всех получилось это, и кто-то, может быть, не понял, как это делать. Потому что реально это сложно. Не знаю, для тех, кто ни разу такой копчой не занимался, как бы это сложно, я считаю. Так, ну вот, видите, по сути, у нас это получилось, ребят. С первого раза. Ну, как сказать вам, не у всех это получается. Мы можем еще раз, конечно, посмотреть, как это делается. Сейчас зайдем еще раз, ребят. Как бы, чтобы я ваше время не отвлекал, я просто покажу, может быть, для тех, для кого-то это реально сложно, кому это нужно. То есть для тех, кто там бас в плане вот все может. Нет, для тех, кто реально, кого это не получается. Так, вот, ребят, сейчас еще раз зайдем. Вот, Вена, сиди сюда. Вот, смотрите, то есть получается, мы нажимаем модификацию. И вот эти штуки надо поворачивать по их движению. То есть и делать это, ребят, успевать за 3-5 секунд. Если вы сделаете, ребят, то есть поворачиваем мы сюда, раз он сюда смотрит, сделать это меньше, чем 3-5 секунд, ребят, то все, поворачиваем сюда, если он смотрит, то значит вы просто не пройдете. То есть поворачиваем сюда, если смотрит. Надо ее ставить, ребят, ровно. То есть мы не прошли. Надо ее ставить ровно и быстро. То есть вот так вот по мере движения картинки. Вот так вот, грубо говоря. Все это делать нужно быстро. То есть двигаем в эту сторону. И ни в коем случае, ребят, не на это по... Ну, я так понимаю, это ошибка, если вы нажимаете сразу на одну стрелку и на вторую. То есть нам надо определиться сразу изначально, поворачивать в том направлении, в каком нужно. Если нажали уже, получается, на вторую стрелку, это, я так понимаю, тоже, ну, как ошибку считается, я не знаю, ну, не проходите. И по времени также, ребят, мы, если не успеваем, то он тоже не даст вам, как бы, пройти ее. Я думаю, то, что были те, кто реально намучился с этим. Но вот сейчас мы не пройдем, потому что я вам просто показываю, да? Вот, он двигается, то есть получается наклон в эту сторону, значит, разворачиваем мы вот сюда его. Ну вот видите, то есть понимать, надо как можно быстрее разворачивать их в ту сторону, в которую, короче, смотрят. То есть получается, если смотрят туда, крутим туда. Если смотрят, блин, как вам показать еще раз. Давайте еще раз, ребят, покажу. Ну, опять же, я делаю это, как бы не подумайте, то, что кто-то тугой или там еще как-то. Просто я для тех, кто реально, ну, понять смысл этой копчи. Сейчас мы еще раз войдем. Где у нас? Так. То есть я сейчас еще раз покажу, ребят. Потому что иногда видео снимаешь, и не всем сразу понятно, такое бывает. Так, нажимаем верификацию и поворачиваем, видите, туда смотрит, поворачиваем туда. То есть нажали, смотрит туда, поворачиваем туда, и делаем это быстро. Смотрит, опять видите, куда смотрит, я его поворачиваю сюда. И ставить надо, ребят, ровно, поворачиваю сюда, и просто запоминай, как это работает. Видите, туда, поворачиваем сюда, и вот. Вот туда смотрит, поворачиваем быстро туда. Так, понимаете смысл? Вот так. И ставим обязательно, ребят, ровно. Смотрит туда, ребят, быстренько сюда его. Раз. Если
Так, вот примерно у ребят вот так. Смотрят туда, вот как-то вот так вот. То есть запоминайте примерно, как должно быть, ну, движение. То есть поворачиваем в ту сторону, куда больше картинка, направление ее. Вот как-то так, ребят. Знаю, сейчас на вывес нет. Нет, вот сейчас видите, скорее всего, не выдает. Вот тогда в таких случаях это когда либо вы по времени не успеваете, я так понимаю, либо когда она, ребят, у вас в наклоне. Либо когда в наклоне у вас неровно стоит, то есть она должна стоять ровно. Вот как-то, блин, стоять так, чтобы не придрались. И это быстро. Вот я просто сейчас замедленным действием примерно покажу вам, как это делать. Желательно. Я им говорил. Вот сейчас у нас, видите, я нажал. Скорее всего, сейчас опять не получится, потому что я на две стрелочки нажал сразу одновременно. Хотя не знаю, может быть, это какие-то ошибки даются, я думаю. Есть право на ошибку. На одну неправильно. Единственное, что они 20 картинок. Куда столько картинок? Я вообще не понимаю. Просто. 20 штук. Вот то, что сейчас криво стоит, это, конечно, да, она должна работать. Стоит смысл вот такой вот, это уже понимаете, что вот так вот как бы она обычно так вот делаем, все, она ошибку уже, да. То есть изначально надо делать правильно, четко и быстро с первой попытки. Я не знаю, почему у нас она не выдает, то есть по сути мы не так медленно. Так, сделали вот так вот. Были бы они все такие ровные, то есть бывает, видите, как они их загибают, ну вот этот косячок, она встает неровно как-то. Вот бывает иногда такой момент, что она реально неровно встает просто. У нас уже косяк один такой был. Лучше быстро не нажимать, прощелкивать как-нибудь раз. Но это надо, ребят, реально реально это надо приноровиться, потому что с первого раза. Но я думаю, вот сейчас у нас должно получиться. Хотя не уверен, но. Да, у нас сейчас, видите, ребят, у нас сейчас это получилось. Но я надеюсь, кто столкнулся с такой бедой. Смысл понятен, как ее вводить, ребят. Всем, кому помогу, ставим лайки, подписываемся на канал. Это, ребят, видео не бред, просто реально кому-то, может быть, это поможет. Хотя бы понять смысл, как ее вводить. Так что, ребят, всех жду на своем канале. Ставим лайки, не забываем подписываться. Всем, ребят, покедова. Всем счастливо, здоровья, ребят. Удачи и успехов. Наши нелегкие дни. Время.